20 октября. Карповская. Заехали вчера в 11 часов вечера. Потопили буржуйку. Ночью истопили печь. В доме пока не жарко, но и не холодно. До сюда доехали на всем известной машине, зарегистрированной в Павловской. А все почему? Все потому, что тетя Люся скучает. Привет, тетя Люся. Скучно ей. Из-за тебя пришлось собраться и поехать. Ну что, мы здесь так поздно еще ни разу не бывали. А тут хорошо. Опять будет тяжело уезжать. Мы еще флаг не подняли. Смену не открыли. Но я думаю, что сейчас это сделаем. Равняйсь мирно. Торжественно поднять флагу. Готовься. Смена. Осень 2022. Объявляется. Открытый! Ну вот. А вот он. Вот вроде бы как и собрались. Как бы и вроде бы и собрались. Поедем, да. А че, вы пешком пройдете? Я доеду, да? Не-не-не. Ну вот мы, как обычно, начинаем все с того, что набираем воду. Водичка потемнела, сказал Андрюха. Ну какое нам до этого дело? Сейчас воды наберем, лодки накачаем, воду отвезем и отгребем. Так, машину с водой отогнал. Сейчас пройдусь пешочком по деревне. Будет немножко дергаться. Но сейчас листвы нет, так вот весь дом видно. Крыша вся провалилась. Вот дом стоял, видите, задний дом, двор остался. Вот телятник. Все, на рыбалку. Вот пока я воду отвозил, ребята уже лодки накачали. Так, тут вот у нас охотников нет. А так бобры уже, наверное, в доме живут уже практически. О, провокаторы. На растопку щепу нам кромсают. Так, ну вот мы сидим, никак не можем выйти на акваторию, они все курят и курят, волнуются, переживают, а сидеть-то хорошо, это тебе не рыбу ловить, а рыба-то ждет.
Камеру-то видно на вас? Мне главное, чтобы высоту снимал. Ну, как бы, блядь, перед собой, извините за выражение. Время уходить. Ребята, здесь-то писец как нарыто. А чё тут роет-то? Первый осенний заброс, ну, октябрьский. GoPro 105.